Всем привет, дорогие друзья, с вами Фумикс, и сегодня смотрим игрушку Dark Days. Это у нас, знаете, что-то типа Last Day on Earth, только вид от первого, от третьего лица, точнее, ну, со спины. Рисовка очень интересная, ну, знаете, комиксовая такая. Ладно, давайте нам надо... Тут какой-то ящичек, давайте его откроем. А, он сам начал открывать. Звуков тут что-то как-то мало. Ну, тут забрать все. Или положить все надо было. Коровки. Давайте, ладно, пока посмотрим, что здесь есть. Тут есть ягоды. Мы за это получаем опыт. Сейчас, подождите, я побью коровку. Они, слушайте, они так хорошо нарисованы. Прям мышцастые. Хотя, в принципе, это, по-моему, такой стиль. Здесь все мышцастое будет. Или коровки мне нужны для, не знаю, для молока. Лучше их не убивать. Так, и давайте сначала топор сделаем, потому что все-таки он нам нужен. Давайте я сейчас все положу и пойду в путешествовать. Положу, наверное, всю еду, всю воду, пока она мне, наверное, не нужна. И пойдем, наверное, путешествовать. В принципе, ничего нету, только другие выжившие. Есть опаленая пушка, лес неудачи, вымершие предгорья. Ладно, поедем на опаленую опушку. А тут прям разные, слушайте, это все разделено на зоны, как мозаикой. Ну, посмотрим, что тут есть. У нас пока, ребят, да, ничего нету. Слушайте, ну мне очень нравится, как это все выглядит. Это очень оригинально и красиво. Единственное, проект делается как-то медленно. Хотелось бы больше обновлений. Давайте, можно, наверное, пока пробегать между зомби. Ладно, поехали. Первое столкновение с зомбаком. Сейчас, секунду, возьму дерево, оно нужно. Первое столкновение с зомбаком. Слабый мутант. То есть кнопка авто, все это дело работает, все отлично, но, блин, правда, здесь делать нечего. Я даже не могу, не вижу никого сундуков с лутом хотя бы. Хотя бы. Давайте убьем слабого мутанта. Ага, есть донат. Ну-ка, донат у нас стоит 75 рублей, 100 золотых. Здесь также есть всякая фигня, пистолет. Ну, ничего особенного. Но донат уже завезли, хотя игра абсолютно никакая. Так, у нас, ребят, появился второй уровень, и мы можем сделать сундук и рюкзак. Только как я рюкзак сделаю, я не знаю, потому что у меня нет каната. Теперь абсолютно у нас ничего нет, пойдем на локацию база. Вот это интересно. Хивер. Это база другого игрока, либо не сможете напасть на этот дом, он под защитой, придется подождать. Да блин, все под защитой, я ни на что напасть не могу. Давайте на вымершие пригорья пойдем. Другая локация, нам другие локации не то чтобы недоступны. Слушайте, так это все сделано в таком едином. Мы находимся на какой-то границе. Смотрите, какая огромная карта. Здесь просто разные-разные игроки, и нас просто кидают в, можно даже сказать, не ММО, ну, к другим игрокам. Ну, о, наконец мы нашли сундучок. Сундучок мы нашли, а значит, можно туда пройти. Так, ребят, первый лут. Опа, изуродливый мутант. Ну, тут уже... Ты дурак, дерись! Изуродованный мутант. Мир какой-то плоский, если честно, здесь. Ну, прям плосковатый. Что там у него? Да, вот. Надо, давайте, еще одного такого надо убить, и мы получим канат. О, и сделаем рюкзак. Хотя он здесь не особо даже нужен. А, вот, нет, еще канат получили. Отлично. Все, сейчас, ребят, сделаем рюкзак. Что за лут здесь скрыт? Всякие, да. Понятно. Гвоздики. Вот, там еще сундучок есть. Мы можем пригинаться? А, мы даже не можем пригнуться, чтобы подкрасться. Собираем второй лутец. Бинты есть даже. Давайте, наверное, чтобы не терять время, я, наверное, напоследок пойду в тяжелую локацию. В отрог зараженных. А есть еще бункер. Нет, я хочу в бункер, подождите, тут есть бункер.
Да, ребят, идем в бункер, это уже интересно. Вот это я понимаю. Уже запахло ЛСДМ так. Так, туда мы можем пройти? Ё-моё, что там такое? Там куча зомбаков, у нас вообще нет одежды, чтобы там противостоять им. Ни одежды, ни оружия, ничего. Их просто нереальное количество. Я бы мог, наверное, задонатить и купить пистолет, но ё-моё. Может, по одному я их перебью? Надо было больше хилок брать. Реально, по одному ряд, попробую перебить их, но все равно жизни, мне кажется, не хватит. Смотрите, я теперь все-таки состряпал рюкзак. Давайте я его надену. И подождите. И внешне даже персонаж не поменялся. Что там с одеждой, ребят? Одежду мы еще не скоро сможем делать. Нужен шестой уровень. Да ладно. А, черт, я всех позвал. Ух ты, ух ты, ух ты. Смотрите, что мы можем посмотреть. Там что-то прям есть. Ё-моё. Ладно, ребят, мы их не одолеем, но я знаю, как их обойти. Мы их просто провели, ребят. Я, конечно, понимаю, что я еще сдохну, наверное, скоро. Но мы должны успеть все посмотреть. Что это за хрень? Нет! Что за жиробасы? Еще и скрытень, еще опустошитель. Черт, я застрял. Так, а вещи мои все потерял? Да, я потерял, ребят, все вещи. Такая тяжелая хардкорная игра. О! А вот и строительство. Мы можем здесь крафтить. Сейчас, давайте напоследок займемся. Вот так это дело сейчас выглядит. Давайте построим. Раз. Слушайте, а для стен нужны какие-то, я не знаю, что это такое. Да, тут не камень нужен, тут какая-то ж банка нужна, чтобы стены строить, ребят. Поэтому я даже кроме пола, наверное, ничего уже не построю. Ну что ж, игра, конечно, абсолютно сырая, но все-таки, ну, стоит своего внимания, интересно посмотреть, к сожалению, пока что ни о чем. Если вам понравилось, ссылка в описании, с вами был Фомикс, на этом все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.